Потому что мы пилоты. Я по нашей Димы дом. На меня идет. Небо. Возьмешь его, да, или что? Сейчас с хвоста, да. Что он издыхает? А, не успел. Ох, спасибо, там Металлик, ты походу меня спас. Да, подвесился, да, спасибо. Две точки наши, аж пятый смотреть. Ну, я в прошлый раз помню, что они были не сильные. Ну, смотрим, как сейчас. К вам подвесы летят, держи. Я его убил кого-то. Столкновение. О, сейчас вандеп такого-то грохнет. А, не. Да они свою захватили, я так понимаю. Молодца. Ты живой, Дима? Да, не. Блин. Зря ты подставился. Да там у меня на экипаже один этот самый. Ну, экипаж какой? Ну, нулевой. Ну, ноль вообще всего. Не ворочается вообще самолет. Это 10-й экипаж, который мне у вас я сделал. Ранится, боятся. И точки по заходу две штуки, вообще борзели. Не надо выезжать, ребят, говорите. Если все говорить заранее, а то я потом дюрой как дурак. Думаешь, мне там еще 5 хвостов? Они тоже ракетами получились убить. Дурак на землю, ребят. Я спрашивал, молчат. Ну, молчание, да, согласен. Наверное. Ты на земле у них. Союзные войска захватили точку. Угля убрал. Отлично. Там 2-3 четверки катаются еще. Да. А вторая. А, вышла. Как преодолеть созреть призарядку, когда пас стоит? 12 секунд и дело в шляпе. На земку видите танкисты? Спасибо. Сзади, сзади, сзади. Ай, столкновение. Атакуйте врага. Сейчас 44-ки сейчас просто божат. А у меня подвесов нету больше. У меня есть, но если я долечу, будет хорошо. Ты еще избиваешь под смелый, походу. Да. Я за одномолился. Блин, он за то, но я его не вижу. Сева, молодец. Очень хороший результат. Всего три самолета потерял. Ну, стараюсь. Под отряд. Как для себя, да? Ну, для себя тоже. Приятно, что когда хорошо получается, верно? Я говорю, как для себя, да? Ну, в общем, да. Вот, можно как с базы не захватить пока на точке, чтобы дать им шанс пока пробивать фрагов. Ты штуки осталось убить. При том, что они вторую точку захватили. Брал одну. Это хорошо.
Ну, может, успею, но не успел. Я еще успел забрать про четверку. Только на прицел попался, баф и конец игры.